Сегодня же глава республики поздравил с праздником комсомольских аграриев. Труженики подвели итоги сельскохозяйственного года. В этом году в Комсомольском районе из-за аномальной жары погибла пятая часть урожая. Ущерб превысил 80 миллионов рублей. Не досчитались аграрии картофеля. Второго хлеба собрали в два раза меньше, чем запланировали. Тех, кто пострадал от засухи и обильных осадков, поддержат. В этом году на нужды работников отрасли из бюджета было выделено более 2 миллиардов рублей. Глава республики в очередной раз призвал руководителей хозяйств делать ставку на животноводство. В следующем году Комсомольская примет у себя и главный праздник республики. Это позволит привлечь в муниципалитет неплохие инвестиции.